Ребятки, всем привет! Очередная посылочка с AliExpress. Находятся здесь часики. Я сейчас вам сниму распаковочку этих часов и такой маленький мини-обзорчик, так скажем, поделюсь впечатлениями своими. Вот. Опять вы скажете сейчас наверняка: о, опять часы заказал. Ну, что сделаешь? Это моя слабость. Часы мне всегда нравятся. Я бы, если имел бы возможность, носил бы, наверное, каждый день недели разные часы. Вот. Заинтересовали меня эти часы тем, что у них такой был для своих денег как бы богатый вид. Значит, стоимость, здесь продавец оценил 4 доллара, но на самом деле цена этих часов 9 долларов 75 центов. Заказаны они были чуть меньше месяца назад, то есть посылочка шла 28 дней. Часы марка называется бренд Курен, неправильно, то есть не знаю, как правильно читается там с двумя R, Курен или Курен. В общем, в металлическом корпусе металлический браслет, должен быть коричневый циферблат. Вот захотелось мне что-то коричневого, то белый, черный, белый, черный. Ну, не буду больше вас томить, значит, приступим к распаковочке. Такая вот симпатичная коробочка, мне больше нравится, вот когда присылают продавцы в таких вот коробочках, больше как бы шансов, что посылочка придет невредимой. Ну и как-то более приятно, чем в пакете. Вот тебе пришлют пакет, и вот такая вот непонятная, какая-то пакет помятый. А вот тут вот коробочка, культурно, красивенько. Так, коробочки больше ничего нет. Так, ух ты! Часы интересненькие, интересненькие. По крайней мере, они не толстые и вроде бы как бы не сильно крупные. В таком интересном пакете. Первый раз такое вот у меня часы приходят в таком пакете. Такой мини-пакет. Здесь немножко порезаны. Наверное, это порезали эти, которые на таможне открывают мне их, эти посылочки. Ну что ж, через пленочку выглядит прикольно. Посмотрим, как на самом деле. О, даже бирочка есть. Ничего себе! Вот, фирма Курен. И даже бумажка какая-то. Ну-ка посмотрим, что за бумажечка здесь. Батарея Life, индикатор. То есть, Water Resistant, Watch, Nanach, Ledan, Dadan. В общем, что-то вот в таком вот виде. Так, вот сами часики. Наконец-то, посмотрите, толщина этих часов более-менее нормальная, соответствует, как говорится, блин, ну, часам. Так, здесь стрелочки нарисованные, кому не видно. Часы сейчас в данный момент не идут, потому что здесь находится такая штука, которая экономит батарею. Сейчас я ее сниму, и нажатием руки часики превращаются из неходящих в входящих. Раз, поехали. Ну-ка, опа. Все, часики пошли. Что я хочу вам сказать? Дизайн интересный. Посмотрите. Вот это сочетание коричневого такого, но он не совсем коричневый такой циферблат, а такой коричнево-золотистый. И вот с этой черной окантовочкой. Хочу вам сказать, очень-очень симпатично смотрится. Но напоминаю же, ребята, часы за 9 долларов 70 центов. Я навряд ли уверен, что там, в той стране, где вы живете, найдете что-то либо подобное или дешевле. Так, ну, как всегда, тест-драйв на руке, как скажем. Примерим, как смотрится на руке. Браслетик, естественно, длинный для моей тонкой руки, дохлой. Ну, вот так вот часы смотрятся на руке. Что вам хочу сказать? Нормально, не громоздко, или я уже привык к громоздким часам. Прикольно смотрится. Вот, посмотрите. Очень-очень-очень солидненько, так скажем. Вот, застежка тоже классная. Так, что еще проверим? Проверим тест на магнит. Скажет, блин, тестирую часы, как будто автомобиль. Ну, что сделаешь? Люблю я и автомобили тоже. Так. Тут мне такой браслетик был с магнитом. Вот, смотрите, раз, притягивает здесь. Хоп, не притягивает. Здесь, хоп, не притягивает. Отлично. Значит, браслет либо... Ну, это точно нержавейка, а это либо какой-то сплав, непонятно из чего. Ну, это хорошо, значит, часы не будут ржаветь на руке.
Так, здесь тоже написано бренд тот, который называется. Написано, что они водонепроницаемые. Так, и здесь пленочка заклеена. Ну, вот этот сам браслет, он тоже, посмотрите, он заклеен в пленочку. Не буду я его снимать. Пусть пока он будет в пленке, пока он не дождется своего покупателя. Ну что же, ребята, вот такие часики. Симпатичные. Нравится вот эта толщина, она не сильно большая. Значит, кому понравилось, я вам дам ссылку. Ну, естественно, я постоянно даю ссылку там под видео внизу. Что касается этих кнопок, ребята, они фейковые. Ну, то есть, понимаете, они никакой не несут, так скажем, никакой функции не несут. Ну, это все, что я хотел показать в сегодняшнем видео вам. Вот такие часики, а мне нравится. Еще вот смотрите, какой дизайн. Вот мне нравится, когда браслет, он плавно переходит вот в форму часов. То есть не идет отсюда до сюда одинаковая толщина, а он как бы расширяется. Это очень на самом деле красиво смотрится. Ну что ж, ребята, кому понравилось видео, как обычно, ставьте лайк. Для меня это очень важно. Подписывайтесь на мой канал. Канал хотя молодой, но я надеюсь, что с помощью вас он будет уже развивающимся каналом. Так что как-то вот так. Всем спасибо. Пока-пока.